Милиция разыскивает убийцу 26-летней девушки. Ее тело нашли вечером 31 июля в макеевском поселке Красный Партизан. Она лежала возле Терекона по улице Черняховского, недалеко от дома номер 50. Правоохранителям сообщили, что делают все возможное для задержания подозреваемого. Но без помощи свидетелей не обойтись. Всех, кто что-либо знает об этом преступлении, просят сообщить по указанным городским и мобильному телефонам. Также можно позвонить на номер 102. Анонимность и вознаграждение гарантируется.